высокой точки Калипа. Очень-очень много всех. Море видно, но на нем все вроде спокойно. А где? Пойдем. Девчонки, пойдемте с нами дальше. Андрей, ты слышал, что на ресепшене сказали? Нет. Я не спросил, как ты? Да, все в порядке, оставайтесь на местах, не беспокойтесь. Когда им сказали? Как они первые рванули. Когда им сказали, им рванули. Нет, так они главное сказали. Ну, кому не сказали, там на пляже люди еще сидели. Вот им повезло-то, повезло людям. Туда на море посмотреть. Нет, ну в море выходить нет смысла, потому что там может быть волна сильная. Так, здесь бочки. Здесь моря нет. Чтобы не с горючим бочки. Ну да. Не, надо поближе к деревьям, подальше от всяких двигающих предметов. Да, которые могут сыграть. В общем, 2 часа мы проводим здесь, да? Отлично, где вы едете? Андрей, ты взял бутылочку виски? Под крышей сидеть не самая удачная, кстати, идея. Где же тут сидеть? Под деревом. Это их не поселок, наверное, рабочий. Ну, нет. Если вот это пошатнется, это все покатится и прямо... Да, надо подальше от этих чудо-бочек. Пойдемте вон туда, на одну. Андрей, ты знаешь, как пристегивать рюкзак к дереву вместе с собой? Только надо повыше немного пристегивать. Вот, сюда, отсюда видно. Отсюда ни хрена не видно. Ну, в смысле, да его-то везде видно, с этой стороны. Мы спускаемся вниз, вам не кажется? Я вспотел. Да, что-то я тоже припотел. What's happening? They have other job. That's great. Просто гуляем. Что там стоять, нервы колотить, да? Ты что уходишь? Без паники. Не, мы любуемся на самом деле новым. Вот с этим и остров и обошли с этой стороны. Да. Ну да, кстати. Короткая дорожка. Можно вот сюда присесть. Ква-ква. Ну да, в принципе, можно залезть прямо. Давайте в тенек куда-нибудь спрячемся. В общем, по факту поступления новых фактов будем включать запись этих фактов. Спасибо.